Привет, друзья, ставим лайк и поехали. Что можно сделать из помещения шириной 1 метр 80 сантиметров? Если обычным людям ничего путного на ум не приходит, то японские архитекторы и дизайнеры ежедневно сталкиваются с такими сложными головоломками. Ведь в земельно-дефицитном Токио обустраивать большие площади редко приходится. Поэтому даже на столь узком пространстве им удалось создать не просто лестничный пролет, а полноценные жилые апартаменты для молодой семьи. Этот экстремально узкий дом расположен в центральном районе Токио, где плотность застройки просто зашкаливает. Это обусловлено баснословными ценами на земельные участки, которые предприимчивые хозяева стараются продать. Чтобы не доходило до полного абсурда, на законодательном уровне оговаривается минимально допустимая ширина земельного участка – 2 метра, который можно продать по строительству жилья. При этом у самого хозяина должно остаться не меньше предельной нормы. Именно этот проект разработала и внедрила в жизнь дизайнерская студия Yua Architects and Associates, красноречиво назвав его «Ultra Narrow House». Хотя в народе столь узкие апартаменты называют «кроватью угря». Конечно же, во главу угла при создании столь неординарного проекта были поставлены пожелания самого заказчика, который мечтает жить в полноценном доме и хочет иметь открытое в пространственном и психологическом отношении жилье. Имеющаяся площадь участка не позволила применять тяжелую строительную технику, да и объемные стройматериалы совсем сузили бы дом. Поэтому для создания конструкции использовали современные технологии, и предпочтение было отдано стали. Также количество колонн и балок было сведено к минимуму, чтобы не загромождать столь узкое пространство. Для того, чтобы достичь такой открытости, архитекторы разработали особую конструкцию, в которой главенствующим направлением стала текучесть пространства, позволившая объединить все уровни необычного дома и придать свободу движению. Благодаря достаточной глубине здания, 11 метров, все уединенные зоны удалось спрятать в самую даль. Хотя фасад дома и украшает огромные окна, но подсмотреть, что делают хозяева в ванной или спальне, никому не удастся. При этом именно они дали возможность получить максимально светлое и объемное жилище. А плавающие полы и расположение функциональных зон на разных уровнях максимально расширили имеющуюся площадь, причем не только визуально. Благодаря такой необычной планировке перепад уровней дал возможность создать своеобразное зонирование. При этом удалось отделить пространство друг от друга без установки дополнительных перегородок и внутренних стен. Таким образом, получилось сделать каждую функциональную зону не только визуально просторней, но и физически объемней. На первом этаже оформили рабочий кабинет и зону отдыха. Пройдя через них, можно попасть в спальню, расположенную в глубине узкого дома на ярусе между этажами. Таким интересным образом расположены и следующие зоны. Так, на втором этаже расположены кухня, столовая и гостиная. Третий этаж больше напоминает лофтовое пространство, на котором организовали открытую террасу и спрятали ванную комнату на межуровневой площадке в глубине неординарного дома. Все этажи объединяет винтовая лестница, которая расположена в задней части дома. При этом оригинальные лестницы, имеющиеся в центре дома, объединяют межэтажные ярусы. Естественно, чтобы не перегружать и без того малое пространство, вся мебель была установлена вдоль стен. Сами же лестницы с площадками имеют простую, но очень изящную конструкцию, что абсолютно не мешает проникать дневному свету и воздуху через огромные окна, которые стали фокусной точкой на каждом из этажей. Очень интересное и необычное цветовое оформление интерьера было принято дизайнерами. Вместо привычной для таких площадей светлой цветовой палитры использовали темные оттенки серого и тона натурального дерева. Благодаря такому стилю удалось создать ощущение особой глубины и даже эффектной брутальности всему помещению. Очень стильно и натурально выглядят фактурные полы, потолки и ступени, которые выполнены из деревянных досок. Чтобы максимально рационально использовать вертикальные площади, установили открытые полки вокруг лестничного пролета, которые обеспечили имеющемуся пространству объем. Причем их предназначение соответствует функционалу зоны, рядом с которой находятся и гармонично вписываются в интерьер дома, создавая особую атмосферу уюта и очарования. Благодаря таким нестандартным решениям, в противовес всем шаблонам и правилам, архитекторам удалось избавить жильцов от ощущения клаустрофобии.
Ведь именно перепады высот потолка и пола позволяют им находиться как в приватной зоне, защищенной от чужих глаз, так и на открытой по-настоящему просторной площади. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно» в страничке в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.